Так, заткнувшись тоже перед боем. Где начнем-то? Вот начинаю отряпывание сюда. Нет, блядь. Слов нету. Одни слезы. Чего ты, блядь? Килограмм 20, наверное, точно. Да-да-да. Именно это мы и делаем. Что, сейчас будем торжественно вручать? Родителям. Потягче под гор. Вот там, Сан, спасибо тебе огромное. Здоровья теперь будет полно. Так, всем привет. Как ехать в деревню, мы всегда заезжаем в наш любимый магазин. Вот он, горячий лаваш. Вот. Едем в деревню. Короче говоря, недавно тоже приехали оттуда. Буквально, наверное, там 2-3 дня. Вот. Погода была хорошая. Мы там продолжаем ремонт свой делать. Вот. Но люди начали копать картошку. Все? Да вот такой вот он вкусняш. Потом дальше будем. Приехали мы копать картошку. А здесь нас ждет дождик. Вот он капает. Зануда. Зараза. Давайте погоду перенес. Да, кстати. Во-во-во-во. Это вот нам передал Сан Саныч. Липовый. Настоящий липовый мед. Да. А вот это воск пластина. Все, сейчас будем торжественно вручать родителям. Босячий подгон. Вот, Сан Саныч, спасибо тебе огромное. Здоровья теперь будет полно. О, Петруня нас встречает. Здорово, Петруня. Птичка! Привет. Привет. Партизан. Это вам. Это кто? Сан Саныч, да. Батюшки, родители. Липовый. Говорит, вкусняшка. Вон там воск. На это воск надела. Неожиданно? Неожиданно. Ну, Бог сказал, надо ехать помогать. Ну, добрый ты. Ну, отдыхать тоже надо. Мы с мамкой ехали. Баню затопить-то? Не знаю. Мамка с картошкой. Вот я вон, сколько? 5 ведер. Крупных? Мелкие. А крупные не надо? Крупные я не переберу завтра. Наверное, пол-литра. Сколько сельдка? Саньку? Да. Ну да, Копыловичу, наверное, тоже угостить надо, да? Пушка сажает. Нам на следующий год. Вон там, вон то. Да, но они как, сохранят это или сохраненное надо? Ну, а чё, вот сейчас? Так, ну здесь все вот так вот, все вот так вот, ничего не изменилось. Пока.
Как живут они? Никого дома не было, как обычно. А ну, на рабочий день в этом доме. Че? Сюда тоже хватает? Да. И этот сарай посредине к себе. И у нас отсюда становится. Я подсоединил, да, не включайте. Опять стойте. А то не так провел. Кухня где-то не растет. Там подсоединение. Приехали картошку копать. Вы нет, вот так. А на улице дождь. Своими вот работу, вот эти кончики надо. Только она выкопает. Когда надо, где работает? Сейчас, пусть, да. Как ты с мамкой познакомился? Я три раза ездил туда. А да, это первый раз, как это? Получилось. Она в Чубоксару уехала. Первый раз, да? Да. Ага. Второй раз, ты помнишь, я один раз поехал. И что сказала? Момент, просто так. Или я полностью не смотрю? Нет. Да, в смысле, а как ты, где ты меня до этого видел-то? Не видел? Протоколовно. Родня, блядь, лапшу навесали. Родственников, ты что, блядь, ты хуяну? Ну, хуяну, вот это... Пур. Тут, блядь, не дернули. Как у вас, что ты сказал? Бабушка, что ли, езжай? А? А это Вовка не будет про это, просто вспоминаешь. Романтики спросили. Мне интересно. Это не к тому, что... Куда? Туда! Сразу. Но сразу-то раньше Вовка такой, за что он был. Я про тебя говорю. Я не про тебя. А? Про тебя? Я про тебя говорю. Ну а про нас, он тоже поехал, а Лидия, как говорится, родители согласны такие. Это возможно, блядь, это что-то... Сана, как же согласна банна? Согласна полна, ладно, надо и деньги. Спикерды. Кого? Надо и смотрю, блядь, деньги как-то спрашивают. Приедешь, посмотришь, как живут, потом обратно приедешь.
Здесь разве вам не смешно, неизвестно. А что надо приезжать, да? Ну, никогда не дура. Ну, смотри, дети. Тебе Вовка работу нашел? Какую? Ботинки, это, кушать хочет. Ботинки. Какие, старые? Да, хорошие, говорит. Ботинки. Их открыть, закрыть и выкинуть. С кожи, говорит, хорошие. Новый он мне вон там будет. Ну, могут, жалко они. Все хорошее, вот так подошву вот так вот любят. Да, у меня глаза не видят. А, да, не надо тогда, точно. Но сосьем. Да, на уши. Выкинуть тогда, сжечь надо в новом холодильнике. А? Сжечь надо тогда в новом холодильнике. Нет, целеть, целеть. Вот это что ли? Да, да. Сосьем. На, вон эту крышку положить. Где у меня это? Скучает, да? Скучаешь, Бажена? Скучаешь, да? Бажена, а ты знаешь, что папа кушает? Картошку. Селедкой. Классно. Да, действительно. Ты представляешь, Олег Гапашкин, я положил плитку, я провел провод. Я занес шкаф, а мы занесли шкаф под этот, который стоял же вот над мойкой, висел подверх. Ты представляешь, он прям идеально вписался по размерам вниз. Вот, там дверки такие же, то есть мы его пилим пополам и ставим со стороны кухни, со стороны другой стороны, то есть симметрично. Ну ты представляешь, как классно? Правильно? Как валяться не будет, то что это там, и не выкинется. А мы еще тут подумали, то что это самое. И вы тоже будете участвовать. В чем? Потом мы снимем вот эти дверки, тумбочки, купим каких-нибудь красок. Вот лака, соответственно, вот мы подготовим и вы чем-то тоже нарисуете. Каля-маля. Ну, не знаю, что-нибудь, ну как для истории. Потом все это каля-маля под лак и блестит память. Такие вот детишки внизу стоят вот. Вот такие крестики. Да, вот, вот доходим до котла. Здесь вот так, это сверху вот тут вот, алюминиевая планочка. Прям так классно, как в банк вот заходишь же в это. В Сбербанк, как плитка они подвели. Вот так же мы сверху сделали, да вообще изумительно, как в картинке. А? Блин, картошка вообще прям сочная такая, классная. Да, я вот сейчас тебе сниму, покажу прямо, как я с тобой. Вот такая. Завтра? Не завтра, а после этого. Так приеду. Вот такая селедочка. А? Да нет, почему? Лаваш. Мы, кстати, доехали, лаваш тоже взяли. Один по дороге сожрали. Пока ехали. Вроде ехали нормально, как до Шанталу переехали, дождик заморосил. Вот такая мелкая осенняя изморозь. Так, что начинаем приготавливать? Наносить.
первый грунтовочный слой глиттера для этого, короче, взяли. Лак. Декоративный. Ну, мы взяли такой то сам. Он белый наклеил в основе. Серебро. Вот, его будем разбавлять сейчас в грунтовке. Как я поел он же? Картошка хорошо, пельмени там. Так, нет, наверное, грунтовки еще добавлю сюда. Пускай надо будет полный будет. Вдруг не хватит. Он будет просад потом. Надо сделать, чтобы все осталось, чтобы она чуть-чуть. Так, ну что, ладно, вот здесь не видно ничего. Что будет смотреть? Короче, я сюда еще букну перламутра. Вот здесь вот столько немножко осталось, на всякий случай, на разок. Да-да-да. Вот именно это мы и делаем. Сразу вспоминает эти батин торт. Ну, теперь Виктор будет с волосами. Шок-контент, а? Ну ладно. Вот так я отходил, блядь, подальше. Я отошел. Да, он это. Желтый изнашиванный, блядь. Желтый добавился, да? Че-то да. Или перламутр. Всем привет. Утро началось. Погода сегодня. Вчера был дождик, но сегодня, конечно, все продувает. Можно посмотреть. Сейчас мы ходили в старый огород туда. Картошку можно копать. Как я говорил, купили мы веерную картофелекопалку. Вот сегодня ее будем испытывать, да?
Давай! Сегодня ее будем испытывать. Стой, стой! А что? Ты что, блядь? Конечно, может пойдет, может не пойдет. Может сетку придумать надо. Вася, а сет есть у нас? А что? Ну надо. А? А вот, Витя. О. А вон? Дай-ка вон ту. Сейчас полегче мне. А для чего? Так, есть у нас такая цепь на бетон. Так, вот чтобы это бы. Че? Болт? Да. А что, весь цепь что ли? Отрезать? Ну да, наверное. Это жалко, блядь, резать. Да ладно ты. Измени. Нажми на бок все аккуратно. Два. Три. Четыре. Отрезал что ли? Нет, еще. А что, ты где мотор? Отрежем сейчас, я думаю. Вот эти палки поди. Надо? Или короткие. Так, а к ним лучше тебе? Гай, там, по-моему. Короче, сейчас сделаем цепи и продолжим съемки. А то памяти. Так, ну что, продолжаем. Смотрим. Были в наличии цепи. Сделал для лучшей цепки с землей. Вот со временем есть желание вот так залить вот бетон. Но он будет съемный. Вот сейчас как мощно выглядит. Здесь я не знаю сколько килограмм. Ну, килограмм 20, наверное, точно есть. Вот, и когда груз распределим на колеса, мотоблок не будет какая-то вот так дык-дык-дык-дык прыгать. Ну, сейчас посмотрим. Вот она, кстати, да. Это картофелекопалка. Ее наточил. Так вот выглядит. Сейчас все, трогаемся. Да, бать? Закрываем. Давай это, ты... Езжай, и я закрываю. Так, посмотри. Нет.
только там. Ну что, погнал? Открывай! Я закрою это! Давай! Вот, погода это. Ну что, как бать приехал? Нормально. Нормально все? Че, чаек глотнем, да попробуем? Откуда начнем? А? Откуда начнем? А вон тут вон. До сих пор нормамка не верит в чудо техники. Ай да уж! По-старому лопатой, да? Ну, покажет. Ну дай бог, чтобы это. Собирать только народ, чтоб побольше. Че это, подержишь? Давай сейчас подышим. Давай, держи. Это тоже нам сын. Вон. А только вон ту вон. Да, глотнувшим тоже перед боем. Где начнем-то? Вот, начиная от яблони туда. А здесь у нас не скошено, блин. Ну чё? Кадр возьми. Бать, я сейчас бать, прошу, давай бать Богом. Бать, перекресток. Да. Богом. Такая херня, блядь. Слов нету. Объяснений. Чё тут это? Ладно, сейчас что-нибудь будем думать.
шляпа, блядь, китайская. Погнуло. Сейчас.